Так, сейчас я буду играть в Epic Minigames. Обожаю музыку в этой игре, он не за музыку играет. А, стоп, шлинок профессиональный сервер. Мне вот эти вот ваши нубы ни к чему. Жмите, да, тут много людей будет. О, лазерный конвейер, о, легко, кстати. Сейчас стоит шепнуть, сначала надо тогда включить. Так вот. Так, все. Это легко, нормально, я на изи смогу, наверное. Ты подожди. Секунду. Твою мать. Ой, твою мать. Что? Меня с первого раза убило, потому что, по идее, дух убивает. А я не знал, что она с этой стороны идет. Смотри, даже стрелочка туда указывает. Вот как понять, стрелка указывает туда, значит оттуда будет идти, или стрелка указывает туда, значит, ну как бы оттуда. Я понял, что меня сразу били круто. Ну блин, я не мог пока ничего сделать, это не спально, что мне надо вообще поудобнее строиться. Так, ладно, вроде нормально. Все, теперь могу играть. Но и тут самое нужное. У меня это... Да блин, что это за баг? Где звуки предметов? Не знаю. Вообще нет, по идее. Ну все, сейчас я буду нормально играть, короче. Это я так просто разминался. Я так понимаю, тут с первого раза убивает, а? В этом как раз и заключается хардкор. О, кстати, эти шипы стали намного быстрее появляться. Ну, короче, я понял. Ну, пофиг, в принципе. И так уж это и трудно. На, ну это изи просто. Обычно дает плюс 10, но тут плюс 15. В принципе. Музыка легенда. Вау, прикольно. Ну давай, пупсик. Блин, ну то ж с первой попытки, ну, сразу, короче, убиваю. Ты что меня убило? Меня воздух убило. Прекрасная игра. Ура, воздух, спасибо. Thank you.
Блин, то, что тут с первой попытки убивает, это, конечно, сильно, да. Что меня убило? Я не понял, что меня убило, серьезно. О, тут эта карта отображается, которую я проходил, кстати. Ну, в оригинальном компьютере. Тут обычно легкие карты. А, нету даже разные карты. Стоп, если это та карта, которую думаю, то она довольно трудная, кстати. Я в обычном крушителе, ну её... Да, это вроде 3 звезды, и она... Блин. Драли от крушителя. Хотя мне кажется, есть что-то немного измененное. Это вроде... А, ну, кстати, по-моему, они должны крутиться быстрее. Да твою мать, это невозможно. Это реально невозможно. Я тогда это еле-еле прошел в обычном крушителе. Что они тут крутятся, как это делать? Что это вообще? Что это? Что это? Вообще непонятно. Ура! Да, спасибо, Roblox. Roblox, да, да. Ура! Roblox. Я не понял, что там написали, но по-моему там что-то сервер крашнулся. Ладно, давай что-то быстренько сыграем. Здесь. Так, ладно, тут надо работать с одним техником. Хорошо. Ух, я еле выиграл просто, посмотрите, там капля оставалась. Блин, реально это хардкорный режим.
А что тут делать надо? А с чем, ну, с чем я драться буду? Кулаками, типа? Наверное, кулаками. Да, кулаками. Я помню, раньше тут надо было выживать, но теперь драться. Да я почти его убил. Да сзади на меня напали. Ну конечно, как я его убью, у меня хп нет. Ура, да, я выиграл, отлично. 8 убийств, я кончен вообще. Я походу всех перерезал вообще. Да, ну 8 это много, кстати. Много. О, вот этот режим прикольный, кстати. Так, а где он, подожди? А, надо, короче, подальше держать вот эту херню. А, встань, тварь! Мать, что за, ну что за разгон, вот это разогнались, конечно, блин, разогнались, ну вот, конечно, наверное. О, вот это прикольный режим. Надеюсь, тиммейты будут нормальные. Нифига себе. Прикол. Ура, воздух! Фак! А там прям дохера этих бежит, кстати. Чёрт. Ну ладно, похер. Ааа! Боже мой! Прям жёсткий отрыв.
Я, короче, хочу посмотреть, как я буду рэгдолиться. А туда я могу нарэгдолиться? А, тут я не рэгдолюсь. А, не рэгдолюсь. Это багано как-то. Что это такое? Ну ладно, это прикольно. Туда его. А, нет, звук от предметов есть, но он очень тихий почему-то. О, нормально вот так вот. Все нормально, короче. Разобрался. О, надо этих светлячков взять, кстати. Идеально. Кто-то сдох. А как здесь сдохнуть можно? Я не знаю. Короче, ловите там назад светлячки, да. А, твою мать. Эпично меня подорвало, конечно. Воу! Имба. Могу купить зловещее яйцо. Круто. Опять эта игра, что ли? Ну, блин, если да, то фигово. Что эта игра уже... Эта игра уже была, да? Если это... это... Чего? А, ну ладно. Ну блин, вы издеваетесь, но это уже было. Это уже было неинтересно. Ну имею в виду, не... эта игра, короче, была, да, этой карты это не было, я на ней, по-моему, даже ни разу не играл. Но эта игра уже была, да. Кто-то сдох, что ли? Что это было? Круто, я все быстро сделал, так я нихера быстро не сделалось. А, ну я нажал на букву R. Ну да, это по идее должно было сработать, наверное. А, это легко. Ну тут ноль проблем вообще.
Но это легко, я тут никаких трудностей не вижу. Ну и все. Сейчас поеду, не, сейчас должно быть прям мега быстро. Но все равно, кто туда пошел, зачем? А, ну им похер, ладно. Не, мушка, я бы вот так вот следить не успел. Только глазами, в принципе. Куда все ушли, в смысле, я неправильно, что ли, выбрал? Я правильно выбрал, что им там нормально стоит, типа? Ура! Ну, ему похер, короче. Ладно. Я помню, была такая фигня, что любил покупать все прям дешевое. Вот. Я, наверное, буду сейчас деньги копить, короче. На. Ну, опять на что-то дорогое, крутое там. Где, я что, с первого раза сдохнул? Это вообще пипец. Ладно, это уже и вправду трудно. На, получай, окаянный. Ой, успокойся, Куптик. Да чего ты делаешь? А, твою мать! Пошел нахер. Конченый, что ты делаешь? Как я не сдох, вопрос? Получай, а чё, реально бы с первого раза сдох? Нет, яйцо, яйцо, яйцо! Фух, еле успел его собрать. Грёбанное яйцо. Яйца исключительные. Круто. Я хочу на яичный потос накопить. Буду копить на него. О, отлегкотня. Здесь реально такие мини-игры, в которых проиграть, ну, прям очень трудно, типа. Можно проиграть только из-за лагов или, я не знаю, там... Да и все, наверное. В принципе. Однажды я тут даже сам первый, ну, успел нарисовать, да. Блин, далековато, правда, нихера не видно, ну ладно, так. Я не вот... А! Твою мать. Чего? Подожди! Там не на время, там типа кто быстрее, что ли? Или там время было? Это ж хардкор сервер, тут теперь все труднее. Блин, ну это очень херово. Кстати, тут очень легко провалиться. Вау, мне кажется, это первый раз, когда здесь еще проиграл. Я недоволен. Требую вернуть деньги. Что за хрень? А, чё этим управляют? Я этим ни разу не управлял, интересно, каково это?
Жаль, что пещеры нету. Ну, это одна, опять же, из самых тех игр, которые легкие. Но, да. Но я недавно, кстати, не проигрывал. Самая интересная игра. А эти люди сдохли как-то. Как люди здесь сдохли, вопрос? Ладно. Надо вот это получить. Ну что вот это такое, мне интересно? Это у меня должно быть пережитки прошлого, сколько лет я в эту игру играю, и насколько она для меня крутая, да. Ладно, похер. Ну, просто обычный паркур, чё тут. Главное, что тиммейты не заложили, ну и, в принципе, я тоже. Но это постараюсь. Ура! На первом уже... О, твою мать! Понятно. Ну, это, типа, яблони от яблони. Ну, вообще, у меня пробел не сработал, но похер. Так, подожди. Топ. А я за... А мы за кого были? Мы за красных или за синих были? По-моему, были за красных. Нет, тогда мы выиграем, кстати. Давайте, я вас верю. Это просто, ну, мы были лучшими тиммейтами, да. Да мы вас морально поддерживали вообще. Но я думаю, мы выиграем. Я не знаю, не вот мне пробел на сработал. Конечно. Блин, там идти и то было. Ну да, да, мы вроде выиграем. Хотя, возможно, вообще никто не успеет пройти. О, уж красный, да? Кстати, вообще прекрасный скин, да. Как же иначе. А! Мы были не красными. Похер. Ну, я еще болел за вражескую команду. Блин. Ну, лучше. Что мне с рукой? Прекрасно. Я ненавижу эту игру. Я здесь умираю уже, наверное, несколько раз подряд просто из-за управления. Здесь управление такое конченое, серьезно. Я умираю, он ли из-за управления, серьезно. Управление здесь кончено, я опять сдохну, скорее всего. Твою мать! Твою мать! Управление конченое. Неудивительно. Ненавижу. Итак, кто это управление вообще в здравом уме придумал? Ну, конченый какой-то. Ну, один из моих нелюбимых режимов, хотя раньше я его любил. Но потом из-за управления я сдох. А, тут всего сколько я собрал, понятно. Ну да. Ну тут есть тактика, которую знают все, скорее всего.
Ну, а ее не бьет. О, наконец-то. Нет! Фак! Как так, в смысле? Боже. Ладно, что тактика это фигово получилось. Но я думаю, если бы не эта девка, я бы не сдохнул, что она мне вообще так подумать мешала. За нее не видел, где я стою. Ладно, надо быстро попробовать наверх забраться, да. А, так? И все. Твою мать! Ненавижу. Ну, если то, что я забрался и получил ачивку. А, ну это здесь просто паркур. Ладно, не мешает факел. Нет! Мой персонаж аутит увидели. Я, короче, прыгнул на вот эту вот херню. И в итоге он мне просто упал. То есть он отпрыгнул от нее как-то. Я не знаю, правда, как. Сколько секунд? 10? Круто. Я не знаю, как это можно за 10 секунд пройти. Типа, этот персонаж просто физически не успеет. Вот сейчас почему-то все нормально. Как я должен был за 10 секунд вопрос пройти? Только один прошел, ну логично. Потому что тут просто, даже если бы я не падал, я бы не успел. Мне просто был персонаж, ну, он не такой быстрый. То есть вот сейчас вы видели, я упал, короче, на эту херню. И меня, ну, все было нормально. А вот тогда нет, да. То есть я вот на эту херню прыгнул, меня почему-то откинуло, я упал. А потом второй раз это сделал, мой персонаж, ну, немного, походу, поумнел. И решил не прыгать. Правда, уже было поздно. Сейчас, короче, выполню эту гребаную ачивку. Давай. Конечно, я уже, по сути, выполнил, только меня зачем-то в игру телепортировали, ну ладно. Сейчас почему-то вообще не получается. А чё? Что не так? Я не понимаю, персонаж, ты можешь объяснить? А что? Почему? То есть он как бы мог забраться, но он, походу, решил свои руки распустить и ничего с ними не делать. Может, ты схватишься, там, знаешь, как ты любишь. О, наконец-то. Лопай. А, шарокатание. Ну, кстати, это тоже довольно ущербный режим. У меня тут, в принципе, довольно часто выиграл, но в последнее время у меня бывает такое, что у меня этот шар может просто не ехать. Емать, подожди. Так, я фока там поставил, ладно. Так, ладно. Люблю, кстати, такие игры, где вот лобби проработаны, интересные. Как в это, в супербомб что-то, да. А что случилось, вопрос? Подожди, меня что-то убило? Чего я сдох? Ладно, я не понял вообще. Типа, серьезно, ну ладно. Меня интересует другое. Что я здесь сделал? Что вот это? Я нажал на какую-то кнопку, и ничего не произошло. Вот этот провод ведет. Ура! Я на это могу нажать.
Но ничего не происходит. Что здесь делать? Не, ну, наверное, ничего, но просто сейчас... А, блин, невидимая стена, класс. Просто хочу здесь походить. Вот сейчас он закарабкался, до этого нет. Круто. Крутое помещение. Ну так у меня тут ничего, да? Ладно. Хотел убедиться. Кто это? Почему я на это могу нажать? Я не знаю. И на это я тоже могу нажать. Почему? Почему на всякие такие вещи я могу нажимать? Мне интересно. Может, если я на них всех нажму, что-то произойдет? Не знаю, что. Твою мать, я не хотел, не хотел этого. А, ладно, покер. Блин, вот этот, кстати, режим я не особо люблю. Тут... Что там, медведь у меня в лодке, круто. Так выглядывают просто. Ладно, попытаюсь что-то сделать. А, крутая рыбалка. Класс! Как я должен... А, ну это потому что хардкор, кстати, да. Я же теперь хардкор. Ну, понятно. А, ну вроде нормально идет, кстати. Чего? Чего? Что это было? Ты не можешь объяснить, что это было? Или мне показалось? Мне показалось, что сейчас что-то было. Думать. Ладно, это мне просто показалось, я думаю. Херня. Тихо, тихо, пупсик. Опа. Опа. Давай, давай, я выиграл. Да, я выиграл. Хорош. Что это было? Мне, короче, какая-то херня была, да. Не так, ладно, что мне показалось, конечно. И типа, блин, что? Что за бред? Ладно. Я обязательно запись пересмотрю. Мне интересно, что это. Что это реально было? Что меня убило? У меня убил воздух. Отличная игра. Просто кое-что интересно сейчас. Так, давай-ка я лучше вне игры пока что. Е-мать! Посмотрел тутор.
Есть старое лобби. Это прям старое-старое. Ебать. Это прям старое-старое. Я еще тогда играл, кстати, да. Я тогда еще играл на СКГВГИ. Блин. А как его получить, чтобы я не понял? Ну, короче, то, что я ходил, нажимал, это было правильно, кстати, оказывается. Я предполагал. Сейчас. Круто, тут дверь открылась. А что он сделал? Может быть, у меня она уже открыта? Короче, я же думаю, знаете, то, что я играл там на СКГВГИ, у меня, помню, было что-то 200 пинцев, короче, да. В... Ну, если хотите, можете посмотреть мои старые видео, да, как-нибудь. И... Да, я тогда играл еще. Кстати, мне интересно, как здесь на паузу ставить видео? То есть, я помню, раньше я мог это делать, сейчас нет. То есть, в смысле, почему? Как это сейчас делать? Раньше я мог. Раньше была тут такая кнопка, теперь ее нету. Что, как мне это сделать? Без понятия. Не, закрыто. Что-то я все-таки еще не доделал. Ладно, сейчас, секунду, это будет в другом видео. Да.